Как дети представляют Африку и Ближний Восток? Ребятам предложили нарисовать ответ на этот вопрос. Инициатором проекта выступила партия «Единая Россия», а школьники активно откликнулись на это предложение. Артем Кавинов лично наградил ребят из Шахуньи и Таншаева. Их рисунки совсем скоро увидит весь мир. Больше 500 ребят приняли участие в этом конкурсе. 30 работ мы отобрали великолепных, которые сейчас, 2 дня назад, уже стартовали из Москвы и уехали в Африку и Ближний Восток, и год будут путешествовать по вот этим 20 странам. Я готов пообещать, что когда это турне по Африке и Ближнему Востоку завершится, ваши чудесные картины галереи, которые у вас здесь есть, если организаторы, ну, сочтут этим возможным, мы бы с удовольствием вот эти вот ребят, эти работы, которые по миру путешествуют, здесь бы у вас представили. Уже в ближайшие дни свои заслуженные награды получат участники акции из Сормовского района. Но главное не награды и поздравления, а осознание того, что твой рисунок увидят в далекой Африке.